Всем привет, ребят. Ну что, вчера мы с вами потрошевали, в принципе, на стриме довольно-таки неплохо. И сегодня у нас обзорчик героя, которого я вам показывал. Героя, которого, честно говоря, в шоке. Думаю, будете и вы, и я. Это у нас будет Мега Бабуля. Показывал разные сборки вам уже. Но сегодня у нас будет вот такая вот сборка будет. Честно скажу, она реально будет удивлять, я надеюсь. Ставим пакт. Махатма. Маскировка 9-9. Это не просто герой. Да, ее будут шатать, ее будут убивать. По сути, мы убираем с нее там дефные варианты сода, если берем меньше жизни. Но у нее утекание, она увеличивает свои параметры, то есть скорость атаки еще больше у нее будет отхил, ну и бешеные, как вы знаете, у нее статки ее, то есть скорость атаки у нее сейчас будет вообще просто огонь, плюс 200% урона, ребят, это даже не пакт. Плюс она уходит в инвиз, ну в общем как-то так, поехали. Я вам уже много показывал разных героев, разные сборки. Поехали, вот затестим. Смотритель однозначно ее будет шатать. В принципе, как и всех героев шатает. Вот видите, вот все. Смотритель попал, и Фрея, от этого никуда не убежишь. В этом плане ничего не спасает на сегодня. Никакой ваш донат, прокачки ваши не спасут. Но есть другая. Вот видите, вот смотрите. Все. И на этом все закончилось. Но вот Фрея, посмотрите, Фрея 500 выбивает по ней. Но посмотрите, а вот опять молчание прошло, Космо, она ушла в инвиз. Смотрим, что будет у нас дальше. Интересно, интересно. Градус накаляется. Так, Огник. Все, к сожалению, как видите, слилось. Но посмотрите, Фрея ушла. То есть, ну, она, в принципе, и так Фрею шатала. Я показывал вам ее. Я попробую в следующий раз использовать. Я в этот раз тестировал Фрею с новым талантом. И честно скажу, удивлен. Потому что на 20-м, там не 20-м, вообще без прорыва она ничего не смогла показать. Но на максимальном прорыве герой реально стал очень крутым. То есть у нее получается очень много жизни. Видите, дефа просто нет. Все. То есть без вариантов. Но это у нас сборка с панчбоксом. Сейчас мы просто поменяем питомца и увидим разницу. Или не увидим. Сейчас посмотрим. В общем, Фрея кардинально поменялась. Для этого таланта реально надо очень много жизни. Потому что чем меньше жизни у вашего героя, тем меньше жизни, по сути, у него потом останется. И то же самое будет проще слить. То есть если у меня процентуально бьет так, чтобы уже вы понимали, если у меня там смотритель бьет процентуально, то есть он у меня, допустим, я говорю, я миллион, он забирает там 70%, остается 300 тысяч, то если у вашего героя нету прорыва, там у вас полмиллиона жизни, берем потолок, он бьет там 30%, оставляя точнее 30%, это что там у нас где-то 150 тысяч, то есть 150 и 300 разница есть, а для Фреи, ну как, ну для героев это ощутимая разница, когда вас автоброкеры будут бить. То есть в этом плане вот вся суть данного скилла, скажем так, что если у героя нету прорыва, да, понятно, там на Фреи еще более-менее как-то будет, но можете посмотреть битву гильдии на китайке и битву гильдии на английском сервере. Вот две разных фреи и совсем разный результат. То есть на китайке я прошел, ну как-то такое себе. А здесь я посмотрел и просто офигел. Ну понятно, тут 30-й прорыв, но вот в этом вся смысл есть. Если вы поставите этому герою, он у вас будет не прокачан, поверьте. Вы толком ничего не видите. Но самый еще лучший вариант это ставить чарами. Ой, тут ты, блин, вообще уже заговорился, какими чарами ставить эмблемкой.
Вот посмотрите, Фрея заблочит, все. Я ничего не могу сделать. То есть у меня дефа нет. И это при том, что у меня 30-й прорыв, ребят. А те, у кого нету прорыва, ну это еще печальнее будет. Поэтому не особо там надейтесь на этот талант. Да, герой реально очень круто себя показывает. Не настолько, например, как Фрея, допустим, мне нравится в данной сборке. Махатма себя показывает, но тоже очень прикольно, то есть местами будут моменты, когда она реально будет удивлять. Но это опять же, это не топ. Топ сборка это СО утекание, я вам уже эту сборку показывал, там можно поставить утекание, исцеление, то есть в таком плане, но дефа будет меньше. Для нее реально нужен деф. Хоть у нее там скиллы, но она еще больше усиливает. Так, ну не знаю. Давайте попробуем. Попробуем ради интереса сюда забежать. То есть, видите, неоднозначно. Она вроде и крутая, но есть нюансы. Вот, посмотрите, что она делает. Это она бьет сейчас без скилла. То есть, ее скилл включится, когда будет 30%. У нее 30% просто не будет. Она их и так ушатала. Идем, мне интересно будет потестировать уже на кошмарках, таких более-менее интересных. Давайте начнем с пятой. То есть ангел, как видите, это реально самый оптимальный вариант. Панчбокс, конечно, круто, классно, там урон возрастает, но будут моменты, когда герою надо будет реально немножко от хила не хватать. Ну вот опять же, еще один момент, это отражалка, попадет на кого-то атланта, сольется. Понятно, что на другие отражалки, хотя у нее от хила хватает, поэтому тут спорно. То есть разницу вы видите. Но ее опять же, тут ее не просаживают по урону. Скилл работает только тогда, когда у нее меньше 30%. Можно попробовать. Вот, кстати, вот посмотрите, что делается. Просто песня. Вот что вы на это скажете? Ух ты, прикольненько. Так что он? А, он убежал назад. Вот так вот. Ну, то есть, вариант как бы неплохой. Видите, она уходит в инвиз, если ее добивают, они теряют цель. Так, окей. Давайте ради интереса посмотрим еще на 7 и попробуем 8. То есть, не знаю, сборка вроде кажется такая себе, но сейчас посмотрим, что у нас будет на PvP локациях. Здесь тут такое, знаете, неоднозначный результат, но результат все равно есть. Даже если ее тут сейчас подобьют немножко, вот она ушла в инвиз, она невидимая, она себя отхилила с инвиза. То есть в этом тоже есть плюс. Не все такие герои, как она, будут себя так хилить. У нее и скорость атаки увеличивается, то есть, соответственно, себя отхилить сможет на фул. Вышла с инвиза, продержалась 4 секунды. Надо, конечно, поиграться со смотрителем, то есть, надо так, чтобы он как-то не попадал. Ну вот опять ушла в инвиз, то есть, в этом однозначно плюс. Ну тут она, думаю, затащит их всех. Тут где-то, кстати, есть тотем с атлантом. Давайте сейчас попробуем. Мне вот просто интересно. Вот бы на тотем с атлантом попали. Посмотреть, что у нас получится. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это. Вот видите, наполовину она просела. Там на медузу, по-моему. А не вот атлант. Так, смотрим.
Ай-яй-яй, вот на родину. Она слилась моментально. То есть ушла в инвиз и сразу же слилась, ребят. Вот так вот. То есть тут есть нюансы, конечно. Я не скажу, что это там мега-имбовый талант там для всех. Это не так. Но в некоторых ситуациях этот талант будет спасать. Но я рунами однозначно буду его использовать. Ну вот видите, смотрите, ребята, раз-два ударили, все. И на этом все закончилось. То есть тут есть тоже нюансы свои. Поехали на арену. Думаю, на арене сейчас будет интересно посмотреть. Конечно, хотелось бы, чтобы она на одну цель бежала. Но тут я думаю, о, отлично. Так, Асура. Асура у нас и плюс смотритель. Видите, заблочили и все. И на этом нам сказали до свидания. Давайте еще раз попробуем. Вот опять раз-два и убили. А давайте попробуем теперь не такую сборку. Я правда не знаю, или хватит нам времени, пока мы добежим до центра. Попробуем такой вариант. Хила, конечно, все время не будет, но есть свои плюсы. Такс, что я хотел? Арена. Вот пошли нули, отлично. Смотрите, заморозили. Ну, все равно она ушла в инвиз, ее добили уже в инвизе. К сожалению. Что так получается. Тут опять же, смотритель как шатал, так и будет шатать. Но можно обезопасить вариант для многих героев. Кстати, этот вариант очень неплох будет. Ну, видите, опять слилась. Ну, она и Абасура убивается. Так. Хорошо, давайте попробуем этого. Ну, ты ударишь. Ну, к сожалению, видите, тут толками не протестишь. В райдах, кстати, неплохая тоже вариация такой сборки. Именно такой бабульки. Ее там будут сейчас, конечно, дамажить. Пусть дамажит. Вот Фрейя. Раз, два, три. Все, она ушла в инвиз. Вот она начинает сейчас работать. Отхил на максимум. Опять нали пошли. Но тут опять же, могут вот так вот добить ее, а могут она уйдет в инвиз, а может и не уйти. Раз, два, три. И нормально. Вот сейчас она будет. Посмотрите. И сразу же фуловый отхил. Возможно, этот вариант будет даже получше. Конечно, она там кого-то слила у нас. Но ее все равно слили. Ворожая задела. Давайте тут попробуем. Тут вроде как-то так поинтереснее, попроще. То есть надо понимать, что у этого героя нет такого ограничения. Да, она себе там режет урон входящий. У нее нету какого-то ограничения. Плюс у нее плюс то, что у нее скорость атаки большая. То есть с утеканием это круто. Но опять же. Видите, там Фрейя тоже с выживанием, судя по всему. Да, там с выживанием Фрейя нули проскакивают. Вот вам вечный бой. Может быть, все равно слили. То есть, без разницы, какая у вас прокачка, вашего героя все равно будут сливать. Огника сливают, там без разницы. Единственный плюс то, что не проходит еще дополнительно урон. Ну, тут какие-то они не особо докачанные, судя по всему. Давайте еще разок. Попробуем верхом.
А тут здесь нормально сейчас заходит. Плюс 700. Да, урон, конечно, не тот, но все равно слили, да? А, нет. А, она ушла в инвиз, видите, они потеряли цель и побежали дальше. Как думаете, кто кого, Махатма или он? То есть вариация вот такая вот сборка, мне кажется, даже получше, чем утекание. Тут хоть есть какая-то защита. Вот 800 ударили. Вот ушла в инвиз. То есть она работает, будет только работать, срабатывать, когда у героя будет меньше 30%, тогда включается атака. Но это не есть очень всегда хорошо. Так, давайте попробуем теперь по локациях. Вот здесь, думаю, будет очень интересно посмотреть на нее. Вот давайте так, выживание, дефный вариант. Сейчас встретим Хрона и сольемся на нем сразу же. Ну, посмотрим. Вот, хранитель включился, посмотрите, без проблем. Там урона меньше было обратки, чем она бьет. И, в принципе, у него откил хороший получается. Ну, не знаю. Честно скажу, я бы, наверное, не ставил. Но у кого есть... Давайте, кстати, против этого попробуем. Что-то какая-то странная пачка у него. Нас заблокировали. И эти блоки, все. То есть... А, еще и 30-е. Ради такого можно еще раз тестик провести. Так, опять нас заблокировали. Вот видите, времени не хватает. Скажите, зачем 10 раз тестить? Мне вот просто интересно, есть ли у нее хоть какой-то шанс выжить. Видите, судя по всему, никакого. Сейчас еще впереди поставим, попробуем. Вот, кстати, сейчас получше, но он заблочил нас. Немножко не туда, то есть, ну, по сути, талант крутой, но он срабатывает либо тогда, когда не надо уже, либо когда уже поздно. Не знаю, в общем, вот такой вот талантик. Хотелось бы, конечно, чтобы он на ней смотрелся классно, но реальность, как видите, рунами лучше поставить там либо живу, либо что-то еще. Ей можно будет сделать ее более универсальной, чем вот то, что вы видели сейчас. Ничего себе, посмотрите, какой у меня жесткий бой. Еще пока посмотрите, какая там это. Жестко. Однозначно жестко. Ну а так, в принципе, для локаций. Единственное, вы должны понимать, что у героя срабатывает его скилл только когда жизни очень мало. То есть во многих случаях, когда жизни мало, это вашего героя уже сливают или слили. Поэтому будьте внимательны в плане выбора плюс. Она бьет зонально, если брать на битву гильдии, она бьет
нормально так. Очень много может проблем создать. Ну, в общем, нюансы, как обычно, есть везде. Вот так вот, ребят, не буду я вам уже дальше там показывать, рассказывать. В принципе, вы увидели, что она вроде и крутая, и в то же время сливная, потому что, ну, выживание для нее это не то. Давайте еще последний тестик посмотрим. Ну, вот видите, сколько дамага проходит. Сейчас опять смотр заблокирует. И все, и на этом все закончится. Самый большой плюс, это чтобы она уходила у вас чем почаще в инвиз. Вот в том плане будет реально очень круто. Хотя, вот посмотрите, 20-й. Красавица слила. Это он еще разок ожил. Это он не выбракованный. Или это мне так кажется. Ну, то есть выживание, в принципе, как вариант. Так, они сейчас выйдет и... Все, он ее слил. И ты ничего с этим не поделаешь. Пишите комменты, лайки, пишите, что вы думаете. Ну, реальность такова, что смысла в этом нет. Все, всем удачи, всем пока.